Так, друзья, третий поединок начинается. Сейчас посмотрим, кто нам попадется. Будем искать, смотреть. На самом деле у меня сейчас еще немножко подлагивает, потому что идет рендер тех двух видосов, которые я снял. Так, ага. Против нас два компьютера. А со мной напарник, темный эльф. Идет от атаки. Ой, а здесь, кстати, работает, наверное, удача плюс один, прикольно. У него призрачная удача. Да, точно, он от удачи идет. Так, у него восьмая темного эльфа, восьмая варвара, воров. Понятно. Здесь вообще-то, наверное, нам повезет. Хотя хрен его знает. Варвар 12-й, варвар-шаман. И демон тьмы. По-моему, без демонов тьмы здесь вообще никак. Постоянно они появляются. Что ты с ними сделай, а? Вот хоть убей. Так, в принципе, такая расстановка может годиться. У обоих мана. Мне надо побольше маны. Вот. И здесь мы, возможно, будем... Так, сейчас я вот так вот сделаю. Лагает, конечно, неплохо так. Ага, это сюда. Так, прыгунка как-нибудь сюда. Да, блин. Чертенят я сзади поставлю. Этого можно вот сюда. Так. Хотя я бы поменял, наверное, лошадей с этими ребятами. Вот. А лошадь бы поставил сюда. Ну, как-то так, в принципе, сойдет. Бой предстоит против компьютера, поэтому посмотрим. Как у нас вообще сейчас будет? Может, нас компьютер вообще разложит, и мы будем просто ржать. Странно, что никто не попался у нас. Вообще компьютер должен, по сути, тупить. Вот, я надеюсь, у меня только все расставилось, все нормально. Я вот повторяю, друзья, что у меня может немножко подлагивать, потому что идет рендер. Как вы видите, сейчас у меня загрузка такая, довольно долгая. Есть, конечно, неудобства. Так. А ты у нас вообще какой, стандартный? Нет, он, короче, вообще атакер. Он не атакер, он... 50 на 50, демон тьмы. А у него основы защиты, сопротивление, начальное образование. Здесь я даже не знаю, кто больше опасен. Я, конечно, могу вперед выйти и ударить, но мне это нахрен не надо, по сути. Поэтому я обожду пока. И начну забирать ману. Ой, мана, забирайся, пожалуйста, только не тупи. Вот, ну вообще проиграть компьютеру это будет смешно. Компьютер здесь он не думает, он просто ломится вперед, и ему плевать вообще. На все про все, тем более здесь демон тьмы такой веселый. Который полностью в атаку, да. Атака и защита, кстати, у него неплохие. Я даже не знаю, за кого здесь взяться. А у тебя? У тебя у нас защита так себе, да, в принципе. Я, наверное, буду туда заниматься своими друзьями, рушить их и все дела. Угу. Чертенят убили почти всех. Ну, сейчас я тогда ударю, я не не буду стоять на месте, блин. Ударю с выходом, наверное, немножко вперед. Так, главное, чтобы не под кабана. Так, блин, вот сейчас тяжело мне будет ловить клетку, конечно. Давай, ловись. Клетка большая, маленькая. Ну, по крайней мере, испугал. А испугал это уже хорошо. Хотя мог бы хотя бы одного и замочить. Так, надо будет посмотреть, кого взять. Кабана было бы неплохо, кстати, очень взять. Но он сейчас просто откинется. Можно прыгуна взять. Но я не знаю, на прыгуна хватит, у меня ходов нет. А можно взять мага, огра, на кару. Сейчас я посмотрю. Так, и он долетит ли до кабанов? Наверное, все-таки не долетит. Но до лошадей точно долетит. Заберу тогда прыгунка. Он, по-моему, на раз всего сходится, да? 0-2. Ну да, раз, я надеюсь, сумеет сходить. Так, а я... Я могу прыгнуть, в принципе, на лошадь. Но я умру сразу от этого.
Я сразу же умираю. Ну ладно, давайте все-таки прыгну. Минус 3. Ну ничего так. Так, сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Замедлить. Я хочу замедлить. Блин, да. Как тяжело-то. Как-то так. Блин, прыгуна что ли задел? Нет, прыгуна не задел. Так, посмотрим теперь, кого могу. Так, ну это не вариант. Кабаны, когда идут кабаны? Если я выжду, буду ли я ходить раньше? Кабанов. Блин, очень тяжело на самом деле, очень. Давайте возьмем. Мне тяжело линейкой инициативы управлять, друзья. Ай, да, ну показывайся. 1,6 вообще должен успеть сходить. Так, и я бы прыгнул. Ну, до кабанов я не долетаю, к сожалению. Вот. Подлагивает, поэтому тяжело смотреть, когда я там появляюсь, когда кто появляется. Не знаю, успеют ли кабаны сходиться. Они не под замедлом вроде. Да. Вот. И если бы я успел им сходить, было бы чудо чудное просто. О-о-о. Хрен бы его знает, друзья. Ой, какой кошмар. Гребаные лаги на каждом шагу. Так, заберу еще манки. Возможно, я все-таки, конечно, зря брал кабанов. А прыгуны все, да? Ну да, прыгуны все. Вот кабанами я бы врезался в прыгунов, на самом деле. Было бы очень замечательно. Защита-то у них поболее, да? 35. У прыгунов защита 40. Ну тогда я с них и сниму ее. Ага. Ну, компьютер ходит, конечно, весело. В этом весь плюс. Я не думаю, что бой должен затянуться. Сколько там еще? 1,5. Да, я думаю, я схожу кабанами неплохо. И врежусь в прыгунов, если они будут еще живы. Но они должны быть еще живы. Там страшные огры, которых следует замедлить, и они вообще никакие будут. Всем раздается кара. Ну, брать огров, чтобы дать кару союзнику или кому-то себе. Ну, союзнику, конечно, было бессмысленно, потому что искусительниц еще довольно много в отряде. Конечно, я бы взял их на много ходов, но гораздо эффективнее было взять. Так, ты у нас до кого добегаешь? Ну, вот воткнись в этих, в стрелков. Кабанчик нам еще пригодится. Угу. Сколько ты еще будешь ходить? 1,2, отлично. Я тогда пойду вниз. Так, а вот этим ребятам я бы накинул проклятие, на самом деле. Троим. Так, массовое проклятие вот сюда. Да блин. Ёкарный ты бабай. Ага, как-то вот так. Ну, чтоб они сильно не шуршали. Так, заберем манку. Ой, друзья, конечно, я понимаю, как вам тяжело смотреть, но, блин, делать нефиг. Пока время есть, я делаю свое дело, снимаю. Сейчас я хочу прыгунов резаться. Они игнорят защиту, кабаны, на 20%, поэтому должно неплохо войти будет. А под прокли они будут дамажить вообще никак. Хотя под кровью. Так, отлично. Бегу вниз и врезаюсь.
И неплохо так теряется кабанов количество. Так, теперь что я делаю дальше? Как вариант, можно массово замедлить нашу троицу чудесную. Она же не под замедлением еще? Нет. Вот, давайте этим займемся. Огры, они опасны, на самом деле. Ну, это глюк какой-то. Так, я могу добить... Кого? Кабанов могу добить. А могу, наверное, снять даже ответ. Для кого? Для Минотавра? Не, не могу. Он походит еще раз. Так, ладно. Я бы, кстати, снял ответ для своего демона. Но я им прыгну просто сам тогда. Хотя он мне хорошо так ответит. Я бы лучше прыгнул туда, знаете, на кого? На искуску. Хочет добить, да? Но ничего не получается. О! Сколько будет ходить его еще, эта штука? Вражеский контроль, да? Угу. Так. Ну ладно, я тогда туда ударю. И попробую прыгнуть на них. Эх, только 9. Ну, вообще ни о чем. Очень много потерял, кстати говоря. Так, здесь у меня как? 36 защиты. И 45 атаки. Извиняюсь, друзья, секунду. Сейчас я трубку возьму. Блин. Так, друзья, я вернулся. Телефонный звонок, как всегда, отвлекает. Даже не подумать по-человечески. Что я вот сейчас сделал? Зачем черта отдал? Для кого? Разве что для своего прыгуна. Ну зачем? Здесь надо этих убивать. А что я героем сделал? Так, я вообще был не в этом мире. А, я разрушил. А, я замедлил же этого. Старшего демона. Угу. Чтоб он с шибкой здесь не бегал. Проклял бы еще кинуть на него. Но у меня здесь цели как бы посильнее, поважнее. Здесь у меня есть еще искуска. Ладно, заберем ману. Ой, сейчас он как долбанет. По гидрам. А, на самом деле фигня. Но я же на него проклял кинул, да? Да, прокля это просто вещь. Прокля решает. Так. Так, теперь проклю я хочу кинуть на этого парня. Ну, не на гидру, в смысле, а на старшего демона, чтобы он шибко не бегал. А вообще, мне, по сути, конечно же, надо рушить защиту. Ой! Какой ты молодец! Ты просто супер, парень. Он освободил ход моим лошадям. Вообще, надо, конечно, рушить защиту.
все, прыгунов можно не трогать, в принципе. Блин, вот сколько еще фурии будут ходить? Еще 1-4. Но я не добью их, к сожалению. Они какие-то каменные. У них защита, конечно, большая, да. Но их тяжело будет ковырять. Я свои, считаю, основные силы сосредоточил именно на ней. А лошадке больно, между прочим. Ну, ковырять ее надо. Я бы еще защиту, конечно, с них всех рушить начал. Прыгунов я больше трогать не буду, но здесь защита еще на ограх. У меня еще есть рушка. Ну, тогда вот я сейчас здесь порушу ее. А героем порушу тогда вот его. Вместе с нижним демоном зацеплю. Ну, в принципе, не страшно, не страшно. Массовое замедло. Продолжаем ковырять. Не знаю, наверное, не удастся освободить. Так, что на тебе еще нету? Так, можно еще раз порушить, конечно. А, может быть, замедления нет? Да, точно. Давайте помедлим тогда. Так. Как-то так. Блин, с глюками очень жутко играть. Так, и чё, всё? Я больше не могу ману забирать, да? Ну, хорошо, мне придется тогда только драться. Конечно же, я сейчас буду терять и терять. Вот фурия, да, фурия. Никак не освободить ее. Слишком жирная искусительница. На него бы, конечно, хорошо было бы кинуть рассеянность. Тогда бы он ударил. Ну, забывчивость, в смысле. Тогда бы он ударил вообще слабенько. Ну, хорошо, в смысле, ответил бы. Да-да-да, сколько? 5 темных всадников. Ну да, это сила. Это, конечно, сила. Так. Ну, я прямо здесь с уголка ударю. 37. Конечно, можно слабку кинуть. Массовое ослабление. Ну, как-то так пускай будет. Какой кошмар. С ограми, конечно, нельзя не считаться. Вообще, с армией варвара крови нельзя не считаться, потому что очень страшная сила. Фурии когда там отлипнут уже. А, все. В принципе, фурии можно не трогать. Тогда, в смысле, этих... Искусок. Тогда я поскакал сюда. Блин, ну только одного. Ну что так мало, а? Ну ей-богу, ты лох. Прыгун. Так. Что еще можно с тобой сделать? Я знаю. Забывку наложу. Единичную. Потому что массовая стоит до хрена. Вот, а Минотавр сейчас по нему вдарит хорошо, и должно все быть нормально. Так, здесь лошадей будут пилить, ну это заради бога. Ах, вот Минотавра-то покоцали. Под забывкой он не должен хорошо бить. То есть ответка у него должна быть маленькая совсем. Нет, он все-таки решил прыгуна бить. Вот, пусть накидывается на огра. Вот, а я продолжу, наверное, также рушить его.
Я бы даже помог, конечно. Ну ладно, я буду бить. О, я еще и напугал, отлично. Сколько крови-то у него? Все, у него почти 1000 крови, ё-моё. Я думаю, сейчас можно смело брать разбег и втыкаться в огра. Не очень сильно он должен ударить. Ну, штук троих он потеряет, двоих. Забывчивость 70%, там урон никакой должен быть. А я пока постреляю. Да по нему же, наверное, и постреляю. Нет, он все-таки боится, он не хочет. Я тогда кровь поскидываю с него. Вообще кровь скидывается, конечно, тяжело. Так, что еще можно сделать? Чего на нем нет? Да ни хрена, давайте я тогда еще порушу. Массовый разрушающий луч. Так, 5-10. Нет, я по огру все-таки постреляю. Ну, в принципе, да, бой выигран. Вроде бы как победный бой. Да, здесь уже никого у них не осталось. Так что почаще бы попадались нам компьютерные соперники. Нет, все, да что ж ты так боишься-то его, а? Я что, зря его дерьмом обложил? Он же не желез практически. Так, я тогда сейчас обойду с этой стороны и ударю ее здесь. Может быть, опять испугаю, конечно. Нет, не испугал, но вот сейчас получил по морде. Так, прыгун мой не допрыгнет, конечно. Но есть шанс одного замочить. Нет, одного, к сожалению, не замочил. Видите, ответка насколько слаба. Ага, больше у меня вообще ни на что маны нет, да? Так, 11, 2, 4. Ну, давайте вот одного убью. Ну все, огр это уже просто фигня. Он сам его добьет, наверное. Да, конечно, если он сам атакует, то это будет плохо. В смысле, что огр, если сам походит. А вот если ответка, вот я не знаю, я сейчас вроде не допрыгиваю до него. Хотя посмотрим. Возможно, если допрыгиваю, то я просто прыгну, потому что ответку я с него снял. Книжка, открывайся. Нет, не допрыгиваю, к сожалению. Эх, вот это плохо, что не допрыгиваю. Может быть тогда... Нет, надо прыгать подальше. Блин, не на ту клетку. Да ты чмо! Ну блин, вообще ни одного не убил. Ё-моё. Бред какой-то. Как так можно-то, а? Вот защита у чувака. Вот кого он дорушит. У него 60 защиты грёбаной. Ну давай, убивай огра уже, вон того. Ну ничего он тебе не сделает, даже с таким количеством крови. Ну... Ну, одного всего, это же смехотворный ответ. А зато крови ты у него сбил неплохо. Ну, как неплохо? Да хрена, на самом деле, у него еще крови. Так, ладно, все. Ничего я больше не могу, так что я пойду вперед. Его я не могу задеть. Блин, вот он жесткий тип. 60 защиты. Здесь мой конь потанчит, конечно. А здесь я продолжаю постреливать огров. Еще и БД. В принципе, я бы, не знаю, автобой бы вывел, но здесь, наверное, из-за того, что огров много, ХП у них много. Во, хорошо. Чертика надо убрать куда-нибудь нахрен. Толку от него уже нету. Нет, конечно, я буду бить дальше чертиком, потому что он кусает. Ящер кусает его. Оп. А, нет, ящер. А че он не укусил? Блин.
Плохо, что не укусил. Наверное, только кусает, если его армия бьет. А моя... Ну, странно, странно. Должен был укусить. То есть даже если анимация лаганула, то... Ну да, только его войска бьют. Значит, мои не бьют. Ну все, втыкаться надо в этого. Вогра, наверное, добивать. Здесь снизу я уж сам. Минус один герой. Прыгну я сейчас, наверное, на искусительниц. Потому что до хрена что-то это. Защита и хп до хрена у пещерных демонов. Меня он режет неплохо. Ну что, убьешь, не убьешь? Нет, вообще ни о чем. Уроны просто смехотворные. Ну а героем рукой тогда пещерного. Да сейчас он должен нормально будет воткнуться ящером в него. Я правда не знаю. Должен будет убить с разгона, ага. Ну все, нормально. Халявный бой такой получился. Пусть и немножко времени занял. Сколько там? Минут 30, наверное, идет уже. Плюс, конечно, еще подлагивание. Это дурацкое, блин. Всю картину портит. Но уж как могу. Уж такие условия у меня сейчас. Надо успевать залить еще на YouTube отрендеренное. Ага. Ну что, я тогда, наверное, сам добью, если добью, конечно. Ой, я ящеру дорогу перегородил. Блин. Блин. А я все равно застрелю. Минотавр не дойдет, а демонесс... Ой, суккуба моя. Искуска сейчас застрелит ее, наверное, да и все. Сколько хп? Да, 5 хп, все. Ну все, жми оборону. Да что вниз идти, я сейчас убью. Все, бой завершен, друзья. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если оно вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Вот, значит, сколько я опыта получил, и у мелки чуть больше. На самом деле, неплохое соотношение у моего собрата темного эльфа. Да и вообще так неплохо, в принципе, как в гильдии стражей. Вот, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем большое спасибо, что смотрели, и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!